Мы только сегодня об этом узнали. Почему об этом скрывали от общественности, пока неизвестно. Друзья, ушла из жизни известная певица и композитор, которого помнят и любят и знают во всей России. Она родилась в 1953 году, ее старший брат также является музыкантом. Она начала играть на гитаре в возрасте 7 лет и сочинила свою первую песню в возрасте 17 лет. Нам сообщают о том, что она скончалась этой ночью в больнице от серьезной болезни. Мы будем держать вас в курсе, друзья. Завтра рано утром продолжение этого выпуска появится на нашем канале. Попрошу вашей поддержки. Мы любим, когда вы смотрите наши выпуски. Спасибо вам, друзья, за ваши просмотры. До скорой встречи, берегите себя, родных и близких, друзья.